Детский сад «Солнышко» города Карачаевска принял участие в акции, организованной региональным отделением Союза женщин России «Сердце матери». «Дары осени для бойцов». Под таким названием дошкольно-образовательное учреждение организовало гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об акции подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Именно на этом небольшом участке в течение лета воспитанники и сотрудники детского сада «Солнышко» Карачаевска выращивали овощи и фрукты. Богатый урожай, полученный с маленького огорода, они решили передать бойцам, находящимся в зоне СВО. Отправку поддержали представители регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», которые оказали помощь в перевозке гуманитарного груза. Хотим поблагодарить весь коллектив детского сада «Солнышко» города Карачаевск за то, что они так активно принимают участие в этой акции. Уже на протяжении 2 лет Союз женщин России ведет эту акцию, которая называется «Сердце матери». И собираем гуманитарную помощь для наших ребят, которые в зоне СВО. Наши воспитанники принимают активное участие во многих акциях. Также мы создали специальный уголок для наших героев, погибших в зоне спецоперации. Мы надеемся, что наши ребята обрадуются тем вещам, которые мы им отправили, отмечают сотрудники детского сада «Солнышко». Летом наши детки посадили картошку, капусту. И вот осенью мы собрали этот урожай. И решили вот эту акцию провести и передать нашим бойцам, которые служат в СВО. Мы надеемся, что у них все там сложится, и надеемся, что они вернутся живыми и здоровыми к своим матерям, женам, сестрам. Мы и в дальнейшем будем принимать активное участие в подобных акциях. И приятно отметить, что сами дети охотно отзываются, говорят воспитатели дошкольного учреждения. Дорогие наши защитники, вы лучшие из лучших. Возвращайтесь скорее домой, мы вас ждем. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.